Здравствуйте, сегодня я вам помогу взломать Project, игру Project Stalker с помощью взломщика Game Guardian. Сейчас я его выставлю вам на экран, на середку экрана. В прошлый раз я показал вам, как можно взломать Dayr Suro. В этот раз я вам покажу, как можно взломать Stalker Project с помощью взломщика, этого же взломщика Game Guardian. Сейчас немножко подождем. Сейчас он говорить начнет. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий. Так. И мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии. Возьмем колбасу совсем рядом. Хлеб. Потом подходим к Сидоровичу, нажимаем торговля, продаем колбасу, заходим в Game Guardian, выбираем игру, нажимаем поиск. Так, сколько у нас там? 5 рублей. Пишем 5, выбираем The World и нажимаем новый поиск. А потом ждем. Вот он нашел подходящие варианты, но их все еще недостаточно. Берем хлеб и продаем. Теперь у нас 7 рублей. Нажимаем поиск, пишем 7 и пишем отсеять. Вот 6 вариантов. Так. Угу. Так, еще водки возьмем. Опять торговать. Продаем водку. Теперь у нас 17 рублей. Нажимаем поиск, пишем 17, отсеять, редактировать, пишем миллиард, покупаем аптечку. Вот у нас с вами ровно миллиард. И можно купить сколько угодно и что угодно. На этом все. Пока. До свидания. Если вам понравилось, ставьте лайк. Ну и подписывайтесь на мой канал. До свидания.